Мы посмотрим с тобой ужастик. Ужастик под названием «Комната». Это 360 градусов. Я не знаю, насколько он страшный. Мне лично кажется, что такие не особо пугают, но вроде мне говорили, что она хорошая. Поэтому поверим и проверим. Ладно. Огромное черное ничто. Комната. Я здесь буду ходить? И буду ходить, походу, по коридорам. Эй! Эта музыка доставляет. Пока что ничего, пока что ничего страшного. Что-то сзади меня будет, да? Или спереди? Меня куда-то увезли. Ну и ладно. Что происходит? Ты что меня пугаешь-то так? А, это игра у нас. О, пианинка. Дай мне в пианинку лобануть. Нет, видео я не снимать, не хочу снимать. Ой, на чем я? Это я катаюсь? А, я катаюсь на своей сидушке. Ой, помню я такое время, когда я ходил по подвалам и сидел в подвале вот так вот. Это было забавно. На меня постоянно приезжал, на меня пытался напасть мой сосед, которому очень не нравится, что я захожу в его подвал, поэтому он ходил, двигал все стулья. Я не понял, зачем здесь так много этих... А! Ты что меня кидаешь стульями-то, дурак? Нет, нет, нет! Выруби часы. Часы выруби. А! Все нормально. Все нормально, все нормально. Ничего не происходит. Ногами? Ничего. Все кул. Кул. А! Кто выпустил сюда маленького младенца? А! Маленькая голая женщина! Зачем здесь бегаешь? А! Фига ты быстро бегаешь. Ты никогда не думал в марафонцы податься. Ты бы офигенно там всех победил, всех бы обогнала. Ты гляди, как она быстро бегает. Ты гребаный Соник. Ты промахнулась. Ты даже не по мне попала. Просто мимо пробежала. Че, маленький марафонец убежал куда-то? Теперь я здесь наедине. Да, здорово. Давай пожмем друг другу. Ой, улыбается. И нравлюсь я. Клевенькая. Хватит пианино ломать. Ой. Господи. О, телек. Ага. Ну и что по телеку показывают? По телеку идет женщина. Я всегда боялся женщин. Особенно, когда с ними приходится разговаривать. Она сейчас повернется и выскочит на меня, да? А что сзади? Уи, уи, уи. Она ко мне в дверь заходит. Не надо! Идите в следующую дверь! Это занята! Занята! Ты что, не понимаешь, глупая, что ли? А, щит. Чего? Ю. Меня пугает это вырубание. Дерматушки, блин. Какого хрена? Кто открыл ей дверь? Я на всякий случай отодвину руку от чая, потому что я его разолью. Ну и чё ты спряталась? Выходи. А, я имел в виду, отходи! Уёживай отсюда! Уёживай отсюда, пока я тебе по ногам не дал. Знаешь, как больно по коленным чашечкам бить? Узнаешь скоро. Если сдрыщешь отсюда. Ты что там, перекатами двигаешься, что ли? Что происходит? Ты мебель мне передвигаешь? Ой. А, ты голову дома забыла, что ли? А я не буду отворачиваться. Я буду смотреть прямо на тебя. Окей, это было не настолько страшно, как я думал. Какая-то старуха на меня напала. Это баба Зина, ты уборщица. Вот видишь, маленькая девочка бегает здесь, это маленькая марафонщица. А за мной пришла баба Зина. Старуха, ей не нравится, что я пришел сюда. Ой, 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 вот давай ты не будешь ко мне поворачиваться. Хрена себе! Слушай, ты с такими длинными руками... Слушай, какой ты очень маленький. Давай не будем! Давай не будем! У меня есть дела, у меня есть вещи! Схватись! А, она ко мне прям с этим продвигается.
Ну, давай обнимемся, раз тебе так хочется. Слушай, это нарушение моего личного пространства. Буду смотреть тебе на грудь. Сиськи. Ну что тебе так не понравилось? Её что-то сильно огорчило. Сейчас же что-то выскочит в конце. Вау! Мебель, ты что, сдурела что ли? А ну встань обратно! Спасибо! Благодарю. Это на меня что, шкаф напал? О, господи, это же шкаф! Большая опасность, я всегда боялся шкафов. Шкафы — это моя главная, главный ужас детства. Не, на самом деле годно. Мне доставило. Страховонько и интересно. Ладно, если он доставило, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А это я потом добавлю.